Доброе утро. Думаю, успею подкраситься или нет. Кстати, сейчас покажу. А, блин, меня плохо ловит. Подъезд хотела показать, где мне сегодня. Пец. Что делаешь? Я такой проснулась. Закрыть чемодан и вообще... его. Чего подкраситься? Привет, Лизок, привет. Пожалуйста, ресницы девочки, длина. Я делаю эльку. Длина, по-моему, 14. Ну, у меня просто на еще крови. Вот такая проблема, как настроение. На бабушку похоже. Что, блядь, не на дедушку? На дедушку, блядь, не похоже. Моя смотричка гигантская. Наверное, Ельцина похожа сейчас больше. Так, надо быстро подкраситься и идти позавтракать в рестик. Короче, косички расплелись. Еще вчера, между прочим. Вот. Женька реально пришел к Ире, орай, ответь. Я не знаю, почему меня это спрашивают. Я закрываю. Или не красится, хер знает. Да. Что-то в этот раз не очень. Мне считаю, что мне не очень кусты летится. С добрым утром, да. Обсирать обязательно, конечно, обязательно. Не обосрешь, не проживешь, называется. Ну, или не красится. Я не знаю, короче, не буду краситься. Сейчас я приеду. Поеду на этом Сапсане, приеду. Еще домой ехать. О боже, самый час пик, я приезжаю в 7 вечера. Не надо краситься, тоже считаю, не надо. Можно так ходить. Закрыть главную косметичку. Еще в Питере. Надо подкраситься. У тебя месячные? Вау, вау. Нет, у меня просто ПМС пока еще. Не знаю, как у вас, но у меня ПМС – это передменструальный синдром. А в месячный вообще он как бы прекращается. Ой, у меня точно. Именно так. Не грусти, а я не грущу. Не грусти, не будут сиси расти. Для тех, кто хочет большие птички. Для них. Короче, да, я не крашусь, пофиг. Я закрываю глаза. Слушайте, мне такой сон страшный снился. Знаете, что мне приснилось? Мне, короче, приснилось, что меня хотели изнасиловать. Это было так страшно. Я была одна. Что, типа, какие-то гости пришли. Такие неприятные люди. Гости каких-то моих знакомых. Потом мои знакомые исчезают. Остаются эти люди. И просто какие-то такие мерзкие мужики. Они закрывают двери. И ужас. Я там пыталась с окна скинуться. И просто ужасный сон. Прям неплохо. Нет. У меня тело некрасивое. Вам кажется... А, да, я ебанашка. Нам так интересно, что ты вообще сидишь здесь? Ебанашка. Блин, чего все обзываются? Давайте жить дружно, без обзывалок. Подождите. О, господи.
Так как мой чемодан мне предстоит. Так, надо взять, я выкину. Мне нужен. Все. Блин, еще пакет с обувью, голос. Не хватает мне 100-килограммового человека. Сколько весишь, когда мы... А сколько билет? 3 часа у меня билет. На 3. Так. Нет, не хочу. Это вопрос. Я проснулась сегодня в 10. Ребята, ну вообще мне ничего не помещается, короче. В общем. Может, что-нибудь выкинуть из одежды? Да, я, наверное, выкину. Мне ничего не помещается, что делать? Стихи всю ночь писала. Еще поесть хотела успеть. Не знаю, получится ли. Будильник. Зачем столько шмоток? Не знаю, зачем. Затем. Это немного шмоток. Вы что, шутите? Я половину Мэри отдала. Она совсем что-то сделала. Давай. Я обувь в мешку. Слушайте, ну, я так скажу, что я весила 100 килограмм, я бы села на это все и придавила бы. Вот так. Сука. Не получится. Короче, ладно. Я сейчас в Москву, блин, пойти мне хотя бы перекусить. Успеть. Сколько мне давало? Надо деньги снять, мне вообще нет наличия. Только что люди карты могу заплатить ну, всяким грузчикам с наличкой давать. Придется рюкзаком. У них разные размеры. У нас не разные, у нас один размер сняли. Кто вам сказал, что у нас разные? У нас и джинсы, и вся одежда одинаковая. Мы носим один размер. Вообще прям идеально нам подходит. Один размер. Удивительно, да? У нас такая разная фигура. Но подходит нам один размер. Привет, привет. Не больше? Ну, я бы не сказала, что море прям больше жопа. Море жопа... чуть-чуть в объеме вот здесь больше. Ну и чуть-чуть здесь. Да совсем чуть-чуть. Вот, это кажется, что маленького роста. У меня тоже сейчас море тем более худенькое. Не знаю, нормальная у меня жопа. Ну, не намного больше. Мы тоже смеялись по этому поводу. Что жопа-то стоит, такая большая у нее, как все пишут.
все, можно идти есть. Да, мне, кстати, даже никто не встречает в Москве. Фу. Убрать соль и сахар, похудеешь быстро. Я иду сейчас есть и соленое, сладкое. Я считаю, если ты не будешь заморачиваться, похудеешь быстро. Просто когда ты заморачиваешься. Ты и не подожди, сейчас я буду прыгать на чемодан. Здесь так же, как у тебя. Гостям. Или давай не пизди, давай как любишь, показывай себя так же, как я у тебя в гостях была. Вообще кто? Так. Потому что, ага, у меня сейчас зарядки, часы, телефон и все. Пошли жрать, идем. Сейчас идем жрать. Карта. Так, а что у меня маленькие? Диета у меня маленькая. Поняла что-то. Что-то не хотела. Нет, я сейчас уже. Я так поздно уснула опять. Теперь можно спускаться и есть. Заплачу телефоном, курткой. Тра-ля-ля. Ух-ух-ух. Я готова. Надо посмотреть, сколько тут бесцельно ехать до вокзала. То есть такая мадам, всегда опаздываю. И здесь не исключено. Так, Лиз, привет. То есть в Питере мне здесь нечего делать вообще абсолютно, поэтому. А у вас там какая-то галлюцинация? Ехать.
Мне жалко, не могу парадную показать, здесь плохо ловит. Московский вокзал. 15 минут. Ну, я успею быстро перекусить. Заняться, куда-то сходить, но не мой город, это все равно. Мне здесь скучно, мне не интересно. Мы вчера вот так прикалывались, по телефону разговаривали с подругами. Женщина всегда одна. Слушайте, я могу здесь работать? Не мешает. У меня удаленная работа, даже я в магазин вообще не захожу, например. Ой. Так, как это убрать? Это мое утро. Так, тихо. Извиняюсь, что я утром снимала свои реснички. Все, что-то не так. Что? Это я утром снимала ресницы, не знаю, как это включилось, что вообще функция. Уходи. Уйди. Прикольно. Выложение. Чего мне что ли, да я спросила? Что ли, мне сказала, что мои ресницы не такие густые? Ужас. Блин, жесть. Хорошо, представляете, была бы какая-нибудь другая фотография еще. Нет.